Друзья, с новым утром еще раз. И прямо сейчас у нас в студии будет необычный эксперимент. Татьяна Кощук решила сделать татуировку прямо здесь и сейчас. Для этого мы пригласили к нам мастера Дениса Маренго. Они уже сделали эскиз, уже подготовили все. И прямо сейчас начнем. Денис, доброе утро. Как настроение? Всем доброе утро. У нас... Отличное. У нас прекрасное настроение. Я немного, может быть, переживаю. Вот, но это все мелочи жизни. Мы уже готовы, да, Денис? Да. Приступить к работе. Вот у нас сегодня будет такой необычный эфир. Прямо сейчас ребята уже начинаются. Расскажите, Денис, прежде чем мы начнем, что у вас на столе? Я вижу какие-то бутылечки, краски. Раньше вот тушью обычные что-то рисовали. Сейчас что делают для того, чтобы сделать татуировку? Обычная тушь. Так и есть обычная тушь. Или специальные краски? Нет, специальные краски, конечно же. Специальное оборудование, специальные машинки, специальные салфетки, специальные колпачки, специальные мази, специальные шпатели. У нас все специальное, все одноразовое, все стерильное. Как вы видите, у нас абсолютно здесь все стерильно, все обмотано, замотано, все чисто. Вот, и так что абсолютно не страшно. Таня успокаивает себя в данный момент, потому что на самом деле рисунок выбрали буквально за 20 минут до сегодняшнего эфира. Денис, ну вы расскажите, как вы что делаете в процессе, пожалуйста, нам очень интересно. Ну тут все просто, макаем. Чернила специальные. И тушь. Да. Начинаем работать. Сначала наносим контур. Много времени у нас уйдет сегодня, чтобы сделать вот такой вот рисунок небольшой? Посмотрим. Не меньше часа, а может быть меньше. А много нужно учиться, чтобы сделать вот так вот, взять и сделать татуировку? Обладает, да, Денису, мне интересно, тоже художественное образование какое-то есть или это порыв души такой? Ой, я мастер... Фломастер, самоучка. Я уже почти 18 лет этим занимаюсь. Вот самый главный вопрос, наверное, сколько лет занимаетесь? Проходили все с самых 90-е годы. Ничего не было, пробовали. Так, прямо сейчас наносят контур потихонечку. Наташа, ты говоришь, самый главный вопрос, сколько времени Денис этим занимается, а по мне так самый главный вопрос, больно мне сейчас или нет? Наверное, сейчас всех телезрителей мучает главный вопрос. Я за тебя не переживаю, потому что ты мне уже сказала, что у тебя высокий болевой порог, низкий. Что тебе не страшно. А, наоборот, низкий, да. Поэтому ты сидишь спокойно абсолютно. Я за тебя не переживаю, Тай. Ну что ж, я думаю, надо дать мастеру немножечко времени, чтобы сделать без отвлечения небольшой рисунок, чтобы мы могли уже посмотреть что-то и спросить у него еще что-нибудь интересное. А прямо сейчас смотрим новостя и будем продолжать.